Здорово, бандиты и бандитки, как всегда, с вами спикер и новая серия полицейского патруля. Новый день начинается в Осандосе. Все кипит, все идет своим ходом. Ну а мы выходим на новый патруль. Новый день начинается. Берем вкусняшки, устраиваемся поудобнее, и наша охота на преступность начинается прямо сейчас. У нас новая тачка, друзья, нас маленько повысили в комментариях. Да, пишите, друзья. Бери новую тачку, тебя повысили, ты реально крутой перец, ты реально крутой коп. И сейчас мы едем, конечно, в опасный район Осантоса. Хотя, погоди, у нас есть вызов. Мы подтверждаем, поехали на вызов. У нас есть погоня. Да, погоня уже есть, включаем сирену. У нас новая тачка, и нужно ее опробовать. Как она набирает скорость? Посмотри, реально. Очуметь. Она реально хорошо набирает скорость. Так, преступники едут. Вызываем. Одну вертушку и одна патрульная машинка преследует преступника. Ты как разворачиваешься? Так, она направляется в центр города. Всего лишь одна машина, а нужно делать перекрытие. С помощью свата можно делать перекрытие, а не перекрывать дорогу. И помогает маленько замедлить скорость преступника. То есть подозреваемые, пока они не преступники еще, они всего лишь подозреваемые. А вертушка летит, я еду туда, сват уже перекрыл дорогу, как видишь. Как я красиво, обалдеть, вот это было реально красиво. Смотри, даже не попутал тачку. Управление довольно удобно этой машине, потому что реально чувствуется, что он делает круги, здесь наяривает. А кто у нас там? Просто погоня? Да, вижу. Все, замигало. А все показало, и как тут объехать, нужно как-то понять. Так, объедем и набираем скорость. Слушай, довольно дерзкий у нас подозреваемый. Очень дерзкий, оторвался от всех, но не от меня. Ты смотри, от всех отрывается, но не от меня. Я его догоняю, тачка реально топовая, тачка очень быстрее в два раза, чем прошлая моя. На каком-то пикапчике дает жару, все, я его веду, вертушка тоже ведет. И что? Пока не перестреливается, но нужно бы его блокировать! Полиция, о, сам, тормози, о, то, что нужно. Деточка, тормози, иначе я тебя обрезом сейчас... А, ты не эта деточка, стой. Перепутал. Брось оружие, сказал. Взял живьем, обалдеть. Там помогали мне, кстати. Ребята, кто открыл огонь? Стой, он без пушки. Он мой, я арестовал. Ты что, рисковал жизнью? Все нормально, он мой. Я его беру. Я его оформляю. Давай, оформляй его. Первый преступник, и мы его взяли. Да, живьем. Сегодня мы взяли первого преступника. Статистика есть, это реально обалденно. Все, пойдешь со мной. А, погоди, сперва нужно тебя обыскать. Всегда нужно это делать, друзья. Ну, он сам маленько опошел. Он как-то повернул не так. Хотел повернуть, потом передумал. И в результате он попал в западню сам. Садись в тачку, команда. Давай, команда, садись в тачку, засранец какой-то. Оторвался от всех, но не от меня. А тачку мои даже не попутали, да? Смотри-ка. Ух, обалдеть. Реально, тачка очуменная. Хорошо набирает скорость. Управление реально в два раза... Не заметил копов. В два раза гораздо быстрее едет машинка. Мы отправляем, конечно, его в тюрьму. Я хотел поехать к Бавасам. Я хотел посмотреть опасный район Осантос. И посмотреть... Насколько там опасно и как можно там арестовать? Возможно, подозреваемых, но проезжай. Отвозим его в тюрьму. А будет, конечно, новые вызовы. Они появляются очень быстро, особенно в городе. А знаешь, постоянно всякие разные вызовы появляются. Ну, бывает что-то одинаковое, ну, ограбление магазинов, но они совершенно разные. То есть за городом и в городе они разные. Так, вон тюрьму вижу. Далеко мы не уехали, в принципе. Конечно, можно сделать еще серию полицейского патруля на байке. Тоже будет интересно. На байке можно проехать где угодно. Тут довольно много бомжей. Я бы их тоже проверил всех. Но это бомжи, понимаешь? У них нет денег на оружие, на наркотики. А вот тебя бы, перец, я проверил.
Да-да, вот тебя бы я проверил. Пожалуйста, твои документы. Свалишь с байком, твои документы. Так-так, не дерзи меня. Одеваем наручники. Видишь, прям сразу у полицейского участка решил проверить Бауса. Ну, возможно, просто у него такая курточка. О, пистолет нашли. Да-да-да, маску нашли. То есть, понимаешь, он делает все. Его, конечно же, в тюрьму. Как ты хорошо пришел ко мне. Смотри-ка, смотри. Открывай двери. Давай. Давай, засранец. Тюрьма рядышком тебя ждет. Чуйка моя работает. Смотри-ка, двоих привезли. Двоих взяли. Обалдеть. Вот зачем я хотел поехать к Баусам и проверить документы. Даже проверять документы не надо. Обыскали и все. Знаешь, да, проще сразу одеть наручники и гораздо уже проще обыскать уже таким макаром. Мы привезли двоих. Обалдеть. Денек начинается удачно. Так, нужно выйти, наверное. Нужно выйти, а нажимаем Е. Кстати, это другая у нас тюрьма. Вот так, засранца, мы вытаскиваем одного засранца. Второго засранца тоже вытаскивай. Видишь, нужно отнести их именно в тюрьму. Все, второго. Пошли со мной теперь, говнючки. Пойдем со мной. Берем обрез на всякий случай. Что ты встал там? Ну-ка за мной быстро, шагом марш. Давай, давай. А, маленько тупят. Да, помню. Они маленько здесь тупят. Так, нужно пройти вперед. Все, спускайтесь. Самый опасный коп у Сантоса. Привел двоих сразу, смотри. Ребятишки, учитесь. Работать с моей. А тут у нас, вижу, много кто сидит. Так, ну-ка, зашли сюда. Зашли. Один, второй. Второй зашел. Все, наручники снимаем. Все, перцы. Сидим тут молча. Ждем своего часа. Ждем своего суда. Суда. И мы погнали снова же на райончик. На опасный район его Сантоса. Так, двери мы закроем, конечно, чтобы их, знаешь, не выбить на повороте где-то. Убираем оружие. Вот так. Ну что, все офигенно. Все обалденно. Кстати, у меня нет полицейской дубинки еще. Дверь, открывайся. Вот эта тюрьма намного, видишь, прикольнее. Нужно их привести, вытащить и привести именно в камеру. А, гораздо поинтереснее эта тюрьма. Так, пройдем здесь, наверное. А, и поехали к Баусам. Там их много. Там дерзких негеров очень много. Я хочу проверить там документы. Можно проверить каждого, любого жителя. У Сантос можно проверить документы к любой мафии можно приехать. Я все высматриваю, понимаешь? У меня уже зоркий глаз, бомж какой-то. Все, гамбургер бросил. Заплатил последние 5 баксов за гамбургер. Так, поехали в опасный райончик. А мы сегодня уже задержали двоих. Это обалденно. То есть день начинается. Задержание. Так, вот здесь начинается у нас опасный район. Видишь уже, опасности рядышком. Видишь, приедет документы. Дамочка, тебе нужна помощь? Нет, все нормально? Точно все нормально с ним? А то я тоже его задержу сейчас. Проезжай. Так, здесь начинается опасный райончик. Нужно тут уже быть в оба. Если что, вызываем подмогу. Арестовываем мерзавцев, проверяем их наличие оружия, на наркотиков. Поверим, наверное, тут. Пока нет у нас вызовов, можно реально патрулировать, смотреть опасные районы. Ну, пока никаких группировок я не вижу особо, знаешь, таких опасных, дерзких. Здесь тоже никого нету. Так. А вот тут довольно уже интересно. Можно кого-то проверить. Ну-ка, погоди, припаркуемся. Так, ребята, в принципе, нормально выпивают. А что интересно, они курят. Ребятишки, вы что покуриваете? Травку? Нет? Выпивает все правильно. В мешочке. Ну окей, трогать их мы не будем. Пускай выпивают. Приятного дня, леди. Так, у нас вызов. У нас вызов, мы подтверждаем и поехали. О, у нас снова погоня. Минута и километр 800. Поехали, включаем сирену. У нас есть вызов. А ограбление. Не успел прочитать, что там было. Походу ограбление. Дай проехать, полиция Лос-Сантоса.
Полицейский патруль в деле. В деле он всегда... О, как далеко ехать-то, 35 секунд. В городе. Дай проехать полиции у Сантоса. Включаем сирены другие, скоростные сирены. А километр 226 секунд довольно большой. Слава богу, не задавил. Тачку повредил, но слава богу, не задавил. 900 метров и 15 секунд. Прибавим скорости на прямой в сторону всем. Полиция Лос-Сантоса едет уже на место преступления. 6 секунд. А 600 метров. 600 метров хотя бы зеленый-желтый. Да, пропустили меня слегка. Там, походу, у нас богатый райончик. Там, походу, ограбление парикмахерской. Я на месте. Я на месте. Кто здесь? А преступников я вижу. Тормози, тормози сразу же. Полиция Лос-Сантоса. Как ты хорошо повернул-то. Вызываем одну вертушку. Вызываем подмогу. Пока вроде не отстреливается. Пока все в порядке, но я буду открывать огонь по колесам. Полиция Лос-Сантоса, тормози свой колымагу. Нет, не открываем огонь. Не открываем огонь! Типичные копы, как всегда. А, мешаются один, второй. Вызвал на свою шею. Нормально. Все нормально. Пока все нормально, мы ведем преступников. Вертушку я уже вызвал, и походу у них проблемки. У меня тоже проблемы. Смотрел на вертушку. А копы сзади едут. Я веду их первый. Если что, преступники мои. Нужно, знаешь, реально их блокировать. Потому что, ну, просто, конечно, просто взять хедшот, сделать и все. А гораздо сложнее их поймать. Именно живьем поймать. А можно скинуть их вон с холмам. Полиция! Полиция, Лос-Сантос, тормози свою! Слушай, тяжелый колымага, очень тяжело поворачивается у них. Вытаскивай свою задницу! Вытаскивай! Так, живьем, только живьем. Брось пушку! Вкарю тебе! Да, ты оказался маленько умнее. Брось оружие. Оружие есть у него, нет? Не вижу пушки. Бери его сам. С автоматом им вызвал, лишь любитель. А, забираем. Было три выстрела, а в живот, в грудь и потом, конечно, прям в нос. Вызываем, конечно же, скорую помощь. Бери его, он твой. Так, где скорая помощь? Так, LCPD, SWAT, ФБР. Вот, скорая помощь. Взяли перца, молодцы ребята, веди его. Так ему и надо. Ребята, хорошая работка. Отлично сработали. Извини, бро, что тебе маленько задавил. Так, у нас снова вызов, у нас снова какие-то погони. А подтверждаем и поехали. 30 секунд и 1 километр. Скоро приехал, все, пускай оформляет их. Ребята, за мной. Мне нужна будет помощь. 20 секунд. Слишком долго разворачивался я. 20 секунд и снова где-то в центре города. Дорогу полиция Лос-Сантоса. Дорогу, срочно нужно дорогу. 11 секунд. Хотя бы, знаешь, я должен приехать на место преступления и вести преступников, чтобы они никуда не делись, никуда не убежали. Я должен их вести. Все, конечно, на мне. Весь Лос-Сантос практически на мне. 0-0, все. Они на месте. И снова парикмахерская, снова та самая. А полиция Лос-Сантоса, тормози, ребята. Тормози, выходи. Черт, такие дерзкие. Открываем огонь уже по колесам. Нет, ну колеса, это здорово. А вызываем одну вертушку и вызываем, конечно же, парочку патрульных машинок. Вызвали. Штук 5 сразу же. Для уверенности. Куда ты летишь без одного колеса-то? Дай стрельну. Ух, как проскочил. Включаем сирены. Слушай, смотри, их интеллект стал намного умнее. Он повернул куда-то в переулок и едет где-то в переулке. Нормально, очень прикольно. А здесь гольф-клуб, здесь никуда не денется. Здесь он будет моим. Хотя, знаешь, он может поехать в гольф-клуб и там устроить полный трэш. Что он сейчас и делает. Смотри, какой трэш устраивает. Там же много людей. Ты что творишь? Ты куда поехал? Ребята, в сторону! По колесам, вертушка есть. А 5-6 машин приехало. По всем колесам. Ребята, берем живьем его. Только живьем, все колеса практически поспускал. Он выезжает, давай, да, на таран его. Вот таким макаром. Все, вытаскиваю свою задницу. Достал пушку, сразу огреб. Без предупреждения. Сразу же огреб.
Давай, давай, ребятишки, берите его. Пушку я заберу. Давай, руки в гору. Он мой, он мой. Давай, арестую, я теперь его. Я его арестую теперь. Давай, давай, я арестую. Рот закрой, он мой. Убери тачку. А, все понятно, уже понятно. Не я первый кричал. У, сколько вас, ребята, как старые добрые времена. Помните, сколько было? Я вызывал копов. Штук по 15 вызывал. Да, ребята, так и нужно поступать с преступностью. Проблема только, где моя тачка. А, вот моя тачка. А, ну что, одного убили, одного арестовали. Все здорово. Мы, главное, взяли преступника. Это самое главное. Так, что, у меня одного колеса нет, что? Нет? Нормально? Маленько бампер попоцали. Ну что, в городе намного больше преступности. Опасный преступник, как видишь, есть. Один чувак с пушкой, а другой без пушки. Ну, возможно, он просто не достал пушку. Возможно, были в кармане оружие. Его нужно обыскать, конечно. И там находится маска, оружие находится. А у нас новый вызов. Подтверждаем. Вот это да. Это что-то серьезное. Это что-то серьезное. Так, едем туда. Едем туда, вызываем вертушку. Где повернуть? Здесь повернуть? Мы повернули, и кто у нас тут? О-о-о-о-о-о-о-о! Тормози, тормози! Хорошо, встали. Полиция Лос-Сантоса, останови свой пикапчик. Останови свой пикап. Полиция Лос-Сантоса. Так, вертушку я вызвал. Я вызываю еще подмогу. Еще подмогу и, конечно, сва. Мы берем одного мерзавца всем разом. Всем коллективом берем. Мерзавец неудобный, как... Так, он поехал дальше. О, тебя там встретят. Бро, тебя там встретят. Ну, ну, ребята, встречайте его. Какая-то делегация едет впереди. Что такое? Побежали всем. О, хорошо, хорошо. Вытаскивай свою задницу. Ребятишки, вытаскивай. Вытаскивай. Стой, стой, стой вместе. Вытаскивай. Бросай. Бросай оружие, если есть. Бросай. Ты тоже выходи. Выходи, все вместе. Иначе застрелим. Давай, выходи. Стой, 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 стой. Давай, арестовывай. Арестовывай. Ты что решил, подраться? Давай, подеремся. Давай, подеремся. Погоди, ребята. Честный бой был. Один на один. Давай, подеремся. Да на тебе в морду. Но, понимаешь, они огрызались, они открывали же огонь. Я просто маленько дал в пяток ей, и все. Слушай, они были без оружия, но они были какие-то дерзкие. Ребята, спасибо за службу. Погоди, а что там за труп валяется? А это кто такой? Мирный житель? Вы как работаете? Вроде преступники были без оружия. Окей, вызываем скорую помощь. Да, бывает и такое, конечно, дорогие друзья. Вызываем сразу три скорой помощи. Три трупа, три скорой помощи. Пускай приезжает, забирает эти трупы, оформляют как нужно и отправляет их в морг. Да, едет уже, едет. Встал так, посмотрел. Важно. Наверное, кто-то его задавил все-таки. Ребята, занимайтесь. Да, да, вот этим занимайтесь. Совершенно верно. Оружия у них не было, как вижу. Они были без оружия, но они были дерзкие. Жалко, конечно. Все, ребята, занимайтесь, они ваши. А я отправляюсь дальше. Подыгрывать. У нас уже наступает ночь. На новой машине. Обалдеть, машинка реально интересна. Все два перца. Надеюсь, нормальная ориентация. Но это их не проблемки. О, девчата. Что? Копы не нравятся вам? Дамочки. Вам копы не нравятся? Куда ушли? Так, они ушли в другое место, а мы подтверждаем и поехали на новый вызов. Там уже идет вовсю погоня. Так, вызываем одну вертушечку. И вызываем парочку патрульных машин. Так, мне нужно где повернуть. Вот здесь поворачиваем. Как он быстро набирает скорость. Преступник направляется примерно в центр города. Проезжает мимо кладбища. А сейчас поедем сзади него, догоним. И, конечно, арестуем его. Тачка реально хорошо управляется, мне это нравится. А преступник направляется куда-то в богатый райончик. Богатый коттедж. Ничего страшного, догоним. Пока, знаешь, особых опасных преступников сегодня не было. Знаешь, чтобы реально такие перестрелки были, погони, перестрелки. Но каждая погоня... четыре тачки есть. Я, по идее, вызвал всего лишь две патрульные машины. Возможно, две уже преследовали. Где? Где? Направо повернул. Ребята, все направо. Ой, прости, 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 друг меня. Преследуй. Отрабатывай свой хлеб. Я тоже еду, тоже отрабатываю свой хлеб. Но я все-таки возьму их первый. Кто первый возьмет, тот и хлеб возьмет.
Опять пикапчик какой-то. Что сегодня за пикапчики? Тормози, тормози, ребятишки, тормози. Сколько подозреваемых? Двое? Не вижу. Походу, еще одна женщина маленького ростика. Да, да, еще одна женщина сидит. Давай, 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 давай. Нас учили в академии. Нас учили в академии вот этому. Огонь, огонь по колесам. Ребята, я заезжаю вперед. А вы давайте сзади, сзади. Вот такие макары. Во-во-во-во-во. Хорошо, хорошо как. Блокируем, блокируем. Полиция Лос-Сантоса. Останови свой пикапчик. Предъяви документы. Походу ей по барабану на все мои пожелания. Мои претензии. Да куда ты пешеходов давишь? Ты гаденыш, ты какой мелкий. Хотя какой мелкий. На таком пикапчике летит. Везде проезжает. Смотри, он реально везде проезжает. Тормози, засранец. Какая самка дерзкая. Там не знаю, что происходит сзади. Там какие-то трэши происходят. Тормози, пешеходов собьешь. Гаденыш ты мелкий. Всех позбивал. Все столбы. Все столбы позбивал. Говню какую. Нет, 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 нет. Только не машину. Приложить машину. Тачка реально моя хороша. Смотри, тачка мне нравится. Моя очень хороша. А вперед, наперед, наперед. Там нет пешеходов. Все нормально. Один выстрел можно сделать и все, но это, знаешь, не по правилам, потому что они не открывают огонь. О, о, сейчас, сейчас, сейчас сделаю, сейчас будет. На чуть-чуть правее, еще правее. Смотри, реально, пикап он гонит как, а? Ребята, бери его, где сват? Вызываем сват уже, с автоматами, все. Маленькая задру. О, во, 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 вот так, на тебе еще, тачку всю забьем. И свою, и его, ихнюю тоже. Все, выходи, все, походу уже все, приехал. Вытаскивай свою задницу. Вытаскивай, вытаскивай. Тебе в харю сразу. Все, твоя дамочка сдохла. Давай, вытаскивай. Да стой на месте, стой на месте. Ребята, он мой. Он мой. Смотри, какая харя у него бандитская. Он мой, стоять всем на месте. Убью любого. Он мой. Все, все. Да, красавец получил плюху. Смотри, пошли смотреть. А тебя... Ой, погоди, тебя обыщем. Вызываем скорую помощь и, конечно же, отправляем тебя в тюрьму. В городскую тюрьму. Так, ничего у него не было. Да, обычный водитель. А, да, получил, конечно, плюху. У нас есть фонарик, можно посмотреть. Погоди, возьми фонарик. О, а фонарик можно посветить, посмотреть на труп, а, осмотреть место преступления. Окейшки. Так, все, пойдем. Пойдем со мной, тебя обыскали уже. Да, его взяли таким макаром, конечно. Жалко, конечно, красавец. Но это преступник. Преступником стало меньше. Меньше волокиты с бумагами. Садись. Давай, садись. Перец ты какой. Не тормозил-то. Соучастником пойдешь. Так, дверь забыл закрыть. Поехали в тюрьму Лос-Сантос. Наступает ночь, и, конечно же, мы продолжаем. Свой рабочий день мы продолжаем ловить преступников. А, пытаемся найти еще, конечно, преступников ночью. Кстати, можно найти, наверное, ночных бабочек, проверить их наличные документы. Ну, у них, конечно, ничего не будет. Они, по идее, выходят на трассу заработать денег. А денег нету, значит, никакого оружия, никаких наркотиков у них нету. А два каких-то джентльмена идут. Прикольной внешности. Так, все, приехали. Так, ну что, засранец, выходи. Давай, вытаскивай этого говнючка. Все, повели его. А мы сегодня уже перевели сюда двоих. Давай, пойдем со мной, быстренько. Ну, очухался. Идем со мной. Идем вниз. В конуру. Давай, проходи. Чувствую себя как дома. Это твой новый дом. Так, уже тех уже осудили, отправили в тюрьму. А пока тут посидишь, до суда. Давай, давай, не ворчи. Посидишь пока тут. И поехали, проедем все-таки, наверное, в опасный район Лос-Сантоса. Да черт возьми, у нас новые погони. А дверь закроем.
Включаем сирену. Да, подтверждаем, я готов. Я готов к новой службе. У нас ограбление магазина. Поехали туда, разберемся. 700 метров и 30 секунд. Давай тут проедемся. 30 секунд, 700 метров, в принципе, неплохо. Можно успеть, но тут слишком много поворотов этих неудобных. А 500 метров остается. Сейчас попробуем сами справиться, понимаешь? Без вертушки, без подмоги. Правда, у меня броник 50%. Ну, нормально, думаю, будет. Потому что ограбление магазина, ничего серьезного не бывает. Мне кажется. Ограбление магазина, ребятишки, давай не тормозите. Ну что, нужна тачка? Стой на месте! Полиция Лос-Сантоса, тормозим! Вызываем подмогу. Руки в гору! У меня пушка есть, у него есть пушка. Руки в гору, бросай оружие. Бросай оружие, я вызвал подмогу. Один убегает в другую сторону. Куда собрался? Руки, бросай оружие. Бросай оружие, черт возьми. Они разбежались в разные стороны. Куда убежал второй? Черт возьми, второй убежал куда-то. А вызываем вертушку. Вертушки мне нет доступа. Черт. Упустил одного подозреваемого. Решил все сам сделать, они разбежались в разные стороны. Так, все, обыщем его. Его нужно обыскать. Да, они приехали сюда, его даже и не видно. Потому что, понимаешь, он на своих двоих убегал, и поэтому его даже и не видно. Копы приехали именно на это место, куда их вызвал. Но здесь нечего ловить. Здесь я уже поймал преступника. А другой просто убежал. Так, окей, в следующий раз буду знать об этом. Если что, буду вызывать сразу же. Так, давай, садись. Сел, дверь закрыл и молча. Себя ведешь. Так, проверим, что у нас в магазине. Да, второй убежал. К сожалению, убежал. Все, сирену отключили. Все нормально. Все нормально. Где продавец? Где у нас продавец? Ты что там засел? Испугался, что ли? Давай, давай, поменяй подгузники и продолжай торговать. А я повез преступника. Погоди, погоди. Товарищ, можно ваши документы? Стой, стой, стой. Твои документы, пожалуйста. Твои документики. Стой на месте, я одеваю наручники на тебя. Стой на месте без... О, куда, куда, куда дёру дал? Руки, руки в гору. Какой-то дерзкий. Не подчиняйтесь, не подчиняйтесь полиции, значит нужно его арестовать. Арестовать и посмотреть у него, а что у тебя в карманах. Как тебя трясет? Ты что, под наркотиками что ли? Под наркотиками что ли? Перец, вызываем подмогу сюда. Одну патрульную машину пускай с ним разберется. Можно его обыскать, да? Так, руки в гору, давай, давай, поднимай. Поднимай ручки в гору, тебя нужно арестовать. Да ты, смотри, что происходит, а? У тебя приедет полицейская машинка, с тобой разберется. Ты какой-то дерзкий. О, приехала. Так, поднял руки. Окей, поднял руки. Погоди, погоди, помолчи, пога. Я работаю, свое дело. Так, ребята, проходите, мешайтесь, мешайтесь. А, к черту. Стой на месте. Все, стой на месте. А у меня, говорит, отмет... О, убегает кто-то. Кто-то убегает. Убежал. Ладно, к черту. Повезли нашего преступника. Какой-то под наркотиками. Пускай другие занимаются. Что-то ты мне не нравишь. Все, ты свободна. Пускай руки, ты свободна. Я повез преступника в изолятор местный. По ночам какие-то ребята непонятно. Под наркотиками. Или что они там? Куда проходишь в неположенном месте? Ну и что? Вызываем гаишников, что ли?
Так, и сегодня мы привезли сегодня уже четвертого суда. Обалдеть. Да, ночка продолжается. Слушай, походу у меня тачка уже дымится. Ага, маленькая дымится тачка уже. Так, ну что, вытаскивай свою задницу. Арестованную. И пойдем в тюрьму. Быстренько в тюрьму, засранец. Друзья, пишем комментарии, как сегодня наша служба прошла. Потому что серия подходит к концу, а мы нашего отводим в тюрьму. И уже увидимся в новых роликах. Спасибо, что смотрели. И, дорогие друзья, до новых роликов. До нового серии полицейского патруля. До новых встреч. Ставь подписочку, ставь лайки. И всем спасибо, и всем пока.